И снова здравствуйте. Уважаемые коллеги, я рада вас снова приветствовать в столь замечательный солнечный день. Карантин или самоизоляция – не повод для того, чтобы грустить. Это повод для того, чтобы заняться самообразованием. У школы работать мы не можем, но учиться нам никто не запретил. Давайте с вами встретимся на вебинаре. Я вам подготовила новый вебинар по работе ассистента врача-стоматолога. На этом вебинаре мы с вами поговорим о цели работы ассистента. Мы с вами разберем ошибки, недостатки в работе ассистента врача-стоматолога по всем 13 аспектам. Это очень огромная тема, про нее можно говорить бесконечно, но тем не менее я думаю, что в то отведенное нам время мы уложимся, постараемся уложиться. Вот. И все эти 13 аспектов, наши ошибки, наши недостатки, наши недоработки, мы их все разберем. Разберем и приступим к работе с новыми знаниями и будем воплощать их в жизнь. До встречи на нашем вебинаре. До свидания!